Вы только что сами сказали, что в полученных от США и НАТО ответах на наши инициативы основные наши озабоченности проигнорированы. Но все же хотелось уточнить, как, в какой форме вы дадите ответы на эти бумаги и, главное, что ответите? Может, сейчас уже приоткроете немножко и содержание этих бумаг, и свой ответ? И как можете обрисовать ситуацию с безопасностью вокруг Украины? Ведь в Киеве уже звучат заявления, что если в официальном Киеве звучат заявления, что если минские договоренности выполнить, страна расколется. Спасибо. Я бы хотел еще раз объяснить логику нашего поведения и наших предложений. Как известно, нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на восток ни на один дюйм. Всем это хорошо известно. Сегодня мы видим, где находится НАТО. Польша, Румыния, страны Прибалтики сказали одно, сделали другое. Как у нас говорят в народе, кинули. Ну, просто обманули. Ладно, хорошо. Потом США вышли из договора по противоракетной обороне. Мы долго уговаривали это не делать. Это один из основополагающих, фундаментальных договоров обеспечения безопасности империи. Тем не менее, Соединенные Штаты сделали то, что сделали, вышли. И теперь пусковые установки ПРО находятся в Румынии и в Польше создаются. Скоро будут, наверное, если еще не сделали. А там стоят пусковые установки МК-41, на которые можно устанавливать томагавки. То есть это уже не противоракета, а ударные системы, которые будут покрывать нашу территорию на тысячи километров. Но это разве не угроза для нас? Теперь говорят, следующий шаг – это Украина. Ее нужно принять в НАТО. Вот послушайте. Послушайте, что я скажу внимательно. Ведь в доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путем. Не то, что они говорят на публику, а в документах написано. Представим себе, что Украина является членом НАТО. И напичкана оружием, стоят современные ударные системы, так же, как в Польше и в Румынии. Кто помешает? И начинает операции в Крыму. Сейчас не говорю даже про Донбасс. Это суверенная российская территория. Вопрос для нас в этом смысле закрыт. Представим, что Украина страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну, кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет. А теперь по поводу выполнения Минских соглашений. Мы, с одной стороны, слышим заявление о том, что Украина хочет выполнять, нам все время ставят в вину, что мы не выполняем Минские соглашения. И в то же время звучат публичные заявления о том, что если Украина выполнит эти Минские соглашения, то она развалится. А никто не думал о том, что если она создаст такие угрозы для России, она создает аналогичные угрозы для себя. Вот это все вопросы, которые требует очень внимательного рассмотрения и учета интересов друг друга. Нам говорят, да, каждая страна имеет право выбора своей собственной системы безопасности. Мы согласны с этим. Но мне представляется, что те же Соединенные Штаты не столько заботятся о безопасности Украины, хотя, может быть, и думают об этом, но где-то на втором плане. Но самое главное их задача – сдерживание развития России. Вот в чем дело. В этом смысле сама Украина – это просто инструмент достижения этой цели. Это можно сделать разными путями, втянув нас в какой-то вооруженный конфликт и заставить, в том числе своих союзников в Европе, ввести против нас те самые жесткие санкции, о которых говорят сегодня в США. Или втянуть Украину в НАТО, наставить там ударных систем оружия и стимулировать каких-нибудь бендеровцев на решение вопроса Донбасса или Крыма вооруженным путем. И таким образом
все равно втянуть нас в вооруженный конфликт. Вот если мы посмотрим на все эти многочисленные вопросы глубоко, по-серьезному, то станет ясно, что, желая избежать подобного негативного развития ситуации, а мы хотим его избежать, нужно по-настоящему учитывать интересы всех стран, в том числе и России, и найти вариант решения этой проблемы. Ну, мы зачем подписывали договоры, соответствующие соглашения в Стамбуле и в Астане, где написано, что ни одна страна не может обеспечить свою безопасность за счет безопасности других. Ну вот мы говорим, что принятие Украины в НАТО подрывает нашу безопасность. И просим обратить на это внимание. Ведь что можно... Вот говорят, политика открытых дверей. Она откуда взялась-то? В НАТО политика открытых дверей. Где она прописана? Нигде. В статье 10 договора 1949 года, если мне память не изменяет, о создании НАТО, написано, что альянс по согласованию со всеми участниками и членами НАТО может принимать другие европейские страны в эту организацию. Может, но не обязан. И те же США, та же НАТО может сказать, в том числе и Украине. Мы хотим обеспечить вашу безопасность, мы дорожим ей, мы уважаем ваше стремление, но мы не можем вас принять, потому что у нас есть другие, уже ранее принятые международные обязательства. Чего же здесь непонятного или даже обидного для Украины? И надо найти способ обеспечить интересы и безопасность всех участников этого процесса. И Украины, и европейских стран, и России. Но только это возможно сделать при серьезном, вдумчивом отношении к предложенным нами документам. Я надеюсь, что этот диалог будет продолжен. Вот, мы договорились вчера и с президентом Франции, что он тоже, может быть, приедет в ближайшее время в Москву. Мы обсудим эти проблемы и с ним. Ну, надеюсь, что мы, в конце концов, найдем это решение, хотя оно непростое, мы отдаем себе в этом отчет. Но говорить сегодня о том, что это будет, я пока, конечно, не готов. Спасибо, коллеги. Спасибо.